FIFA алейкум, все мои юные любители FIFA, Илья, и сегодня у нас, ребят, долгожданная серия. Серия, где мы можем все-таки выиграть Кубок Франции. Но перед тем, как выиграть Кубок Франции, либо его проиграть, ребят, у нас еще предстоит домашний поединок с лидером Лиги 1, вот, Марселем. И нам там нужно, конечно же, забрать очки у него, но, ребят, это все дело случая. Ван Вин, побеждай по самым высоким коэффициентам прямо сейчас. Ведь Ван Вин дает 100% бонус к первому депозиту. Ставь на самые популярные виды спорта и выводи свой выигрыш мгновенно. Регистрируйся и скачивай мобильное приложение, чтобы всегда оставаться в игре. Ван Вин, букмекер номер один. Итак, ребят, домашний поединок против лидера Лиги 1. Сегодня нам нужно по-любому забирать очки у этих ребят, чтобы выбрать хотя бы малейшие шансы попадания в Еврокубки в следующем сезоне. И Марлоса запускай. Марлос пошел обыграть. Хорошо, обыграл. И фу, давай. Давай, замыкай, замыкай. О, как опасно было. Чуть-чуть Кайоды не хватило для того, чтобы замкнуть этот пас. Кайоды. И здесь замыкать. Хорош. 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 Тайсон просто красавчик. В девяточку положил так изящно просто. Ой, как опасно. Так, пятый. Так, хорошо. И... Камон. Кайоды, кайоды. Первый тайм заканчивается благодаря голу Тайсона. Мы все-таки пока месть впереди. И я думаю, что у нас получится удержать это преимущество. Ну, как бы борьба у нас, ребят, в принципе, равная. И довольно-таки интересная игра. И давай. Фланг, отлично. Бодик. И давай. Вот эта пушка была, ребята, от Майкона с левой. Да, тут, конечно, вообще, если бы попал в ворота, убил бы, наверное, либо вратаря, либо банку заложил бы в стопроцентную. Опасно! Фу. Ребят, мы могли на последних секундах просто пропустить пятов. Пятов красавище. И вынос, и вынос. Держать, держать. Хорошо. Все, ребят. Побеждаем первый поединок, мы, слава богу. Но очень напряженные последние минуты поединка были. Марсель давил, и в последний момент выход 1-1 не реализовали. И я думаю, что, ну, это реально Пятов спас. Пятов. Пятов красавец. Итак, ребят, у нас финал Кубка де ла Лига. Вот, это первый трофей, ну, вернее, первый кубок в... чемпионате Франции. И у нас есть возможность, ребята, обзавестись первым трофеем во Франции. Итак, ребят, очень важный поединок на самом деле. Очень-очень ответственно нужно отнестись к этому поединку. Играем мы, как я понимаю, в Париже. Вот, но мы номинальные хозяева этого матча. И сейчас нужно нам реально напрячься. Вот, взять всю свою силу воли в кулак, и нужно выдержать этот поединок, и нужно, конечно же, побеждать. Хорошо прокинул. И в дальнюю. Опасно. Первый опасный момент. И вот здесь есть возможность. И замыкай. Камон, Марлос. Так, опасно. Опасно, опасно. Все, хорошо, отворот. Реальная игра в... Ва-банк, что ты делаешь? Пятов. Пятов, просто лучший. Все, хорошо. И пошли. И на дальнюю. Капец, ну подставь лучше голову. Зачем ты, Марлос, принимаешь на грудь? Ой-ой-ой. Вот это пожар у ворот. Ребят, первый тайм заканчивается. Мы просто безумно прессингуем, давим. Возможностей было уйма забивать, но, увы, пока месть Фортуна не улыбнулась. Но в то же время, ребят, Фортуна улыбнулась нам не раз, когда Леон выходил... игроки, точнее, Леона выходили на рандеву с Андреем Пятовым. И нам реально там везло. Поэтому... открытый поединок, действительно очень крутой, и нам нужно забивать голы по-любому. Хорошо, хорошо. И запускай. Отлично.
И здесь убирает. Кайоды, как убрал, замечательно. Так, здесь нужно плотно. Удар, камон. Пропускаем мы так вот по-дурацкому. Побороться, побороться здесь. Все хорошо. Разрядили обстановку. И теперь контратака с нашей стороны. Отлично. Отлично. И. Ну, достать. Нет. Камон, какие моменты у нас. На отбой лупят уже. На отбой игроки Леона лупят. Главное, чтобы нам хватило сил забить. Отлично. И фланг. И в дальний. Да что такое? Вратарь просто спасает в очередной раз. Так. Я не знаю, что нужно тебе, чтобы забить. Ну реально уже давим, да. Здесь глянь, ну вот именно чуть-чуть не хватает. Ну действительно, вот рядышком прям со штангой. Но не хватило, не хватило нам. Так, прессингуем высоко. Очень высокий прессинг выбираем. И побороться здесь. Вот, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично. Мяч у нас. Хорош Тайсон. Тайсон просто идеально залаживает на технику в дальний, получается, угол. Вот, красавцы, красавцы, ребята. 83-я минута. Просто уже терпеть нужно сейчас будет. Ибо они пойдут сейчас ва-банк всеми силами. Смотри, убрал. И просто в дальний. Еще и присел Кайоды вовремя. Попал бы в Кайоды, вообще печаль, беда была. Смотри, повтор еще раз. Здесь навес. Вернее, пробивает, приседает Кайоды, и мяч залетает в дальнюю. Просто хорош. Итак, бандиты, мы побеждаем. Побеждаем в этом поединке, ребят. И забираем Кубок Франции. Мы забираем Кубок Франции. Это оказалось нам по силу в этом поединке, ребят. Сейчас будет карт-сцена. Я хочу ее посмотреть, но я думаю, как каждый из вас. Да, ребят, побеждаем. Мы все-таки забираем мы во Франции кубок. Благодаря Тайсону на 83-й минуте, который забивает просто сумасшедший гол, ребят. И это не может не радовать, так как Шахтер в первом же своем сезоне, в первом же, без всяких покупок огромных, вот, ну, не считая Сона, мы купили Сона только, вот. И таким составом мы забрали, ребят, забрали трофей. На самом деле это очень-очень круто. Витя Коваленко, лысый. Да. Да, ребята, да. Вот оно, оно. Вот оно, ребят, вот. Да. Наконец-то, наконец-то одержали мы победу, очень важнейшую, ребят, победу в Кубке страны, которая нам реально была необходима для того, чтобы взбодрить себя и взбодрить всех болельщиков нашей команды. Вот. И, ну, как бы порадовать, конечно, вас. Ребят, это видео по-любому заслуживает Лукаса и обязательно хорошего комментария, ребят. Вот они. Вот победители Лиги... Ну, не Лиги 1, а победители Кубка. Кубка Де Ла Лига, да. Де Ла Лига. Фух, поздравляем. Поздравляем команду Шахтер мы с этой победой, ребят. Какие танцы. И, конечно же, салют. Салют в нашу честь, ребят. Ох, это на самом деле круто. И, конечно же, ребят, конечно же, как же без фото? Командное фото на память. Да, ребята, вот они, победители Кубка Франции. И сейчас, ребят, давайте, кстати, посмотрим турнирную таблицу, вот, чемпионата. Мне очень интересно, что произошло после победы над Марселем. Да, ребят, и, конечно же, победители, Шахтер Донецк. Это отлично, ребят. Итак, ребят, взбираемся на пятую строчку, вот, и как раз таки даем возможность не только нам, но и многим командам побороться за первую строчку. Отстаем на 5 очей. Ребят, матчи еще есть у нас, поэтому у нас есть еще возможность побороться за зону Еврокубков, ведь мы впритык уже к ней подошли. Да, ребят, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать обязательно комментарии, ребятушки. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.
Niggas won't ever come take this shit from me. I pull off a win or two. Then hit the same what it do. I roll a blunt of the blue. I can put you on it too. I can put you on it too. Yeah, I gotta go at it again. Telling you niggas I'm all about money.